Всем привет, с вами Сид. Продолжаем доисследовать Supraland. Я выполнил просьбу подписчиков и, как и обещал, накопил монетки, необходимое количество между сериями, чтобы вам за этим делом не наблюдать, скучно и не ждать. Сейчас посмотрим, что такое у нас счастье. Мне, по идее, должно хватить сейчас монеты на счастье и на последнее улучшение. Так, где у нас тут рынок? А вот и рынок. Хватает? Так, давайте сначала вот это купим. За 474 это радиус детектора сундуков X2. Отлично. Угу, прокачали и счастье наконец. Куча денег и жесткая экономия позволили вам купить себе счастье. Теперь вы переполнены силами и можете прыгать от радости. Серьезно? Жесть. Блин, прикольно. Да, клево. В общем-то, супер прыжки получилось. Так, хорошо. Давайте продолжать тогда исследовать. Теперь уже с супер прыжками. На тебе шариком прям в глаз. Откуда вы здесь берете? Здесь же нету надгробий. А нет, есть. Детектор говорит мне, что есть. Где? И где оно спряталось? Ясно. Все? Еще не все. Так, ну это вулканы. Это не надгробие. Так, ребят, вы куда? Я вот, кстати, не знаю. Теперь мне, по всей видимости, монеты-то больше не нужны. Просто, по-моему, я уже все, что можно, скупил. В магазине, где я убивал погремушку, я там тоже между сериями все скупил, все улучшения. Наверное, судя по всему, это все. Зачем здесь 3645 монет можно копить? Вот это вопрос. Так, это надгробие. А вот это уже, по-моему, сундук, нет? Так. Может, где-то там, в той степи? То, где? Иди сюда, я тебя убью. Хорошо. Может, тут сундук? Нет. Где-то здесь, да? Ладно. Так, это уже далеко. Вот он, родной. Скорость регенерации X2. О, это интересно, это хорошее улучшение, кстати. Быстрее будет жизнь восстанавливаться. Оно бы мне раньше крайне не помешало. Ты как туда забрался? Не знаю, правильно ли я делаю, что я их до сих пор на них обращаю внимание и убиваю. Мало ли, вдруг еще нужны будут монетки. Так, надо допройти до конца, да, нам? Я сюда, кстати, зря пошел. Мне надо через деревню свою вернуться назад, туда, в ту часть локации, и пройтись дальше.
Потому что я вот ту локацию не до конца доисследовал. Там, где фармил. Так. Вот бы мне раньше так. Здравствуйте. Все? Хорошо, отлично. Так, две монетки. Спасибо. Судя по всему, с такими прыжками я теперь могу сделать вот так. Вот так. И я больше чем уверен, что вон там есть сундук. Вот он. Молодец я. Так, что здесь лежит? Пушка, урон плюс 5. 79 уже урон плюс у пушки. Так. Здесь я все исследовал. Надо идти дальше туда. Что у нас здесь? В доме что-нибудь есть? Какая у тебя кепка модная. Так, ну, детектор молчит, значит, ничего нет. Так, я же увеличил радиус, да? Где-то здесь. А где здесь? Внизу я забирал. Уже давно. Ну-ка. Если сверху посмотреть. А, я выше поднимаюсь, кстати, он быстрее. Где-то здесь, где-то сверху. Это ясно. Ну да. Вот он. Привет. Тихие ботинки. А, то есть меня слышать теперь не будут? И опять пищит. Так, здесь детектор не пищит. Здесь тоже. Может, в той части карты? Где-то здесь? Так. Я вот уже вижу окошко. Там были монетки. Здравствуйте. Вот и я. Кто это за потайная комната такая? Так, они не плавятся. Зачем здесь все эти постройки? Так, ладно. Да черт. Темно, еще не видно ничего. Зачем здесь дерево вот это?
Прям здесь сильно пищит. Это дверь, да, судя по всему? Что-то я запутался. Давайте ходить вокруг. В смысле, туда нельзя пройти? Можно. Так. Не понял. Закрыто. Мне нужен желтый шарик, да, мячик, чтобы это открыть. Так, хорошо. Монеточки. Пойдемте. Желтый шарик я, наверное, могу взять вот здесь внутри. Сейчас. Так, вот таким образом. Теперь мне надо вот сюда. Вот сюда. И вот сюда. Так, кладем. Иди сюда. Открылось. О как. Всего лишь плюс 2 урона. Еще что ли где-то здесь что-то есть? Так, ну вот я вижу. Стоп. Вот это что за рычаг? Ага. Ты сюда повернись. А, выйди. Монетки. А ты кто? У вас есть все, что нужно, чтобы решить эту головоломку? Новая головоломка. О, как я поэтому скучал. Так, это интересно. Собственно, что у нас здесь есть? Нажимаем кнопку, вылетает мячик. Мы, наверное, кладем мячик. Раскатывается. А, это стекло. А дальше что? Что-то я... А, все, я понял, мне надо вот это. Иди сюда. Так, ну для начала я вот хочу сюда зайти. Монеточки свои заберу. Спасибо. Так, иди ко мне. Я тебя вот сюда скатываю. Ага.
Так. Делаю вот так. Ага, хорошо. Кстати говоря, почему я не могу просто вот так вот сделать? Здравствуйте. Так, хорошо. Ну вот он, ладно, один сундук. Пушка, урон вторичной атаки. Х2. 256 лазер теперь наносит. Жесть. Еще где-то что-то есть. Красный человечек, кстати, исчез. Вот, террас. О, монетки. Да. Неплохо, неплохо. Здорово, ребят. Теперь вот хороший вопрос. Где могут быть еще монетки? Ой, монетки. Вот где-то уже реагирует на сундук. Где-то здесь? Так и удаляюсь. Тебя я находил, я даже вспомнил об этом. Вот он кристалл, кстати, сам. Ну отсюда я вот так вот навскидку ничего не вижу. Где же он может прятаться? Сюда я заходил. Опа. Привет. Все, не пищит.
Это хорошо, что не пищит. Так, ну это уже, наверное, в следующей локации, где-то вот здесь, да? Спустись. Видимо, где-то здесь. О, как. Так, а тебе можно? Ха. Ну, вот это, кстати, было не сильно. Ну как, можно было и раньше это увидеть, но я не увидел, когда я здесь был. Так, еще что-то есть. В этой части причем, да, пищит? Ладно. Нет. Ну, привет. Еще плюс один урона мечом. Все? Не пищишь? Судя по всему, все, да, здесь? Ну да, тишина, наконец. Да, хорошо. В этой части мы справились. Все, что можно, забрали. Не может не радовать меня это. Так. Кто где? А, сзади, не интересно. Ну, привет. Смотри, как меня теперь лазер бьет. Быстро, да? Очень быстро, я бы сказал. Так, пойдем в деревню. Серьезно? Где-то он тут пикнул. Вот здесь. О, как. Космический командующий. Упс, Скотти, забыл его. И где он может быть? Наверное, вот мне досточки подсказывают, куда надо забираться. А!
Ну да. Комбо урон плюс 25. Хорошо. Ух ты, как я высоко. А где, кстати, меч, который был на заставке? Там я все исследовал. Скелет. Замок. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Обидно. Обидно. Так, ну ладно, хорошо. Что мы, получается, в этой части исследовали? Вот здесь, на красном кристалле. Смотри-ка, пищит. А, ну он надгробие мне показывает. Ну, надгробие это не так интересно. Вот если бы он не показывал сундук, что здесь есть... С одного выстрела я теперь их убиваю. Это радует. Так, здесь на этой локации делать нечего. Давайте дальше пойдем. Вот в это ответвление я ходил, исследовал. Хорошо. Тут лава. Предлагаю сейчас пойти не в лаву, а как мы шли изначально. Вот сюда. Здесь, кстати, есть сундук. Только вот где он? Хороший вопрос. Так. Может, выше надо подняться? А! Да? Серьезно? Он в этом здании? Блин. О как. Это ж надо было вот так вот просто запрятать. Они ведь его особо и не прятали. Ой. Ой. Ай-яй-яй. Дайте уже допрыгнуть. Привет. Ага, монетки. А ведь хотелось бы что-нибудь другое. Сундучок какой-нибудь. Загадочки новые. Вот то, что... Опа. Что вот там за труба? Меня всегда интересовало. А ты еще выше забраться не мог?
Ну, привет, меч. Так, раз. Тогда вот так вот делаем. Хорошо, вот так вот. Еще монетки. И один должен быть с этой стороны, да? Вот он. Хорошо. Осталось 27 сундуков на самом-то деле уже. Так. Где-то здесь. Так, я пришел вот отсюда. Вот это вот, что за труба, куда она ведет? Ай. Серьезно? А где? Что это за место? Не понял. А, это вот где замок короля, вот бочка. Да, это же замок короля. Да. Блин, прикольно. Так, где-то здесь. А где? Я, кстати, на вот этой башне еще не был. Блин, прикольно. Я не думал, что вот, ну, вот так вот на эти все места можно будет забраться. Ну что ж, хорошо. Давайте тогда продолжим уже в следующей серии. На это будет достаточно. Оценивайте видео, если вам понравилось или не понравилось. Подписывайтесь на канал, на паблик ВК и смотрите продолжение. Всем удачи!